Добрый день, уважаемые представители СМИ. Мы рады приветствовать вас на пресс-конференции Светланы Тихановской. Организатором этой пресс-конференции выступило новостное агентство БНС. Для начала ознакомлю вас с планом. Светлана Тихановская для начала зачитает свое обращение, заявление. Затем будет время для вопросов. Правила такие, что одно СМИ, один вопрос. Перед началом просим назвать имя, фамилию и СМИ. И также задавать вопрос желательно на английском или русском языке. Сейчас приветствуем Светлану Тихановскую. Пожалуйста, слово ей. Добрый день. Спасибо, что вы сегодня здесь. Это значит, что вам интересна ситуация в Беларуси. И я бы хотела сначала зачитать приветственное слово. Хорошо известно, что я не выбирала этот путь. Я никогда не хотела стать политиком, но волей судьбы я оказалась в ситуации выбора. Выбора между свободой и страхом, между правдой и ложью, между любовью к своей стране и покорностью системе. И я свой выбор сделала. В Беларуси сегодня людей избивают только потому, что они высказывают свое мнение. В Беларуси сегодня людей бросают за решетку только потому, что они участвуют в мирных демонстрациях. В Беларуси сегодня мой супруг сидит в тюрьме только потому, что он осмелился мечтать о стране для жизни. Наша общая цель проста. Мы не хотим больше жить во страхе и во лжи. Мы хотим того, что по праву принадлежит каждому человеку в мире. Право жить, право не быть избитым на улице, право не оказаться в тюрьме без суда и право на честные, прозрачные и открытые выборы. Мы, белорусы, мирные и спокойные люди, но те, кто держит нас за трусов и нерешительных, глубоко ошибаются. Они, наверное, забыли нашу историю и великий подвиг наших дедов и прадедов. Сейчас Беларусь проснулась. Сотни тысяч людей выходят на улицы городов и поселков, чтобы сказать «уходи». Тысячи рабочих объявили забастовки, чтобы сказать «хватит». Хватит врать, хватит пугать, хватит произвола и насилия. Насилие должно прекратиться. Политзаключенные должны быть выпущены на свободу, а выборы должны быть проведены заново, свободно, честно и прозрачно. Этого требует народ Беларуси. И он должен быть услышан. Спасибо. Спасибо большое, Светлана. Первый вопрос хотелось бы отдать белорусскому СМИ символически. Пожалуйста. Добрый день. Скажите, пожалуйста, ваш штаб насколько и в контакте с рабочим, с лидерами рабочего движения? Потому что забастовки, как мы понимаем, сейчас очень важный момент. Это важная сила. Насколько вы сотрудничаете и как вы взаимодействуете? Спасибо. Как вы знаете, наши штабы создали координационный совет, в который вошли, можно сказать, лучшие представители народа Беларуси. И создание этого координационного совета направлено на переговоры о мирной передаче власти путем проведения новых свободных и прозрачных выборов. И мы призываем все те заводы и фабрики, на которых объявлена забастовка, значит, определить стачкомы, с которыми общается наш координационный совет, и
с помощью которого мы, ну, не сотрудничаем, а мы общаемся с бастующими рабочими. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Deborah Haynes from Sky News. Sorry. Deborah Haynes of Sky News. You have become a symbol of this unprecedented uprising in your country. When are you going to return home? And are you willing to risk arrest if Alexander Lukashenko remains in power? Я безумно люблю свою родину. И я очень хочу туда вернуться. И я вернусь туда обязательно, когда я буду чувствовать там себя в безопасности. Спасибо. Следующий вопрос. Микрофон, пожалуйста, представьте. Спасибо огромное. Константин фон Эггер, Deutsche Welle. Сядьте, пожалуйста. Снимаю. Пожалуйста. У меня вопрос к вам, Светлана, вот какого свойства. Опасаетесь ли вы того, что российское руководство вмешается в события в Белоруссии, включая возможность применения вооруженной силы или оказания содействия спецчастями, спецподразделениями для поддержки полиции Лукашенко? Спасибо. Я призываю все страны мира уважать суверенитет Республики Беларусь. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Эглер Рашимаита, Лётвос Ритас, телевидение. Госпожа Светлана, вы говорите, не собирались стать политиком, но вы им стали. Собираетесь ли вы выдвигать свою кандидатуру, если удастся договориться о перевыборах? Вы знаете, сейчас этот вопрос даже не стоит обсуждения, потому что наша главная задача – это добиться этих новых, честных, прозрачных и открытых выборов. Спасибо. Следующий вопрос. Рамунас. Рамунас Якубаускас, Baltic News Service. I would like to ask you in English, you can answer in Russian. I'd like to ask you, what do you think about sanctions for regime of Belarus? What do you think, which sanctions could be the most effective? Я хочу поблагодарить все страны, которые выказывают поддержку ситуации в Беларуси, которые оказывают поддержку стремлению белорусов отстаивать свои права. Но опять хочу повториться, что я призываю все страны уважать суверенитет нашей страны. Спасибо. Следующий вопрос. AFP. Агент Франс-Пресс. Насколько вы можете продолжать ваше движение? Насколько вот по времени, вот демонстрации, сколько они будут продолжать? На этот вопрос ответит только время, но вы знаете, народ Беларуси уже никогда не сможет принять нынешнее руководство. Оно не сможет простить и забыть все то насилие, которое испытали наши граждане во время мирных демонстраций. Спасибо. Следующий вопрос. Представьтесь, пожалуйста. John Ray from ITV News of the United Kingdom. I know you speak excellent English. It would be great if you could give some answer in English, that would, our viewers would appreciate that. Being an opposition leader in Belarus, in large parts of this region, is a very dangerous occupation, as Alexei Navalny is finding out in Russia at the moment. What threats have you and your family faced since you began this mission? Are you prepared to fight on whatever the cost? And what is your message to Vladimir Putin and the Kremlin? As I have already said a couple of times, that I call for all the countries to respect the sovereignty of our country and to respect the choice of our people. And as for threats, you know, I don't think I would like to
discuss this question now. Спасибо. Спасибо. Are you afraid though for your well-being? I think that every person in our country feels fear and is scared now, but it's our mission to step over all our fears and move further. А, пожалуйста, следующий вопрос. НТВ Нила, телевизия Польска. Я хочу вас спросить, госпожа Оксана, Светлана, извините, как вы были приняты в Литве и вообще чего ожидаете от соседей, от Литвы, Польши, Украины? Наверное, они могут сделать больше, скажем, для Белоруссии, чем другие страны. Мы благодарны каждой стране, которая поддерживает нас, которая поддерживает белорусский народ, которая понимает, как важно быть услышанным, как важно то, что выбор белорусов важен для них. И мы благодарим все белорусские диаспоры, все сообщества в разных странах, которые оказывают всяческую поддержку народу Беларуси. Спасибо. Пожалуйста, Дельфи. Олег Ерофеев, Дельфи, ЛТ, русская редакция. Светлана, скажите, Меркель звонила Путину, Макрон звонил Путину, а другие представители ЕС звонили Путину по поводу ситуации в вашей стране. Были ли попытки с вами связаться со стороны Москвы официальной по этому вопросу и намерены ли вы это делать? И второй, знает ли ваш супруг, что вы здесь, в Вильнюсе, в Литве? Попыток связаться со мной не было. И мой супруг знает, что я нахожусь за рубежом, и он рад, что мы находимся в безопасности. Еще буквально 2-3 вопроса, пожалуйста. Нью-Йорк Таймс. Лайма Винсе. Could you please sit down? Thank you. Лайма Винсе, American writer. I will ask my question in English, and you're welcome to respond in Russian or in English as you prefer. The world has witnessed two courageous Belarusian women who have inspired the people of Belarus to seek freedom and democracy in their country. That is Nobel Prize winner Svetlana Alexievich and yourself. What is your source of strength as a Belarusian woman? As I have already answered this question, that first of all, I came into this election campaign just for my husband. I just stand instead of him. But during this campaign, I felt such a wonderful support of Belarusian people. I felt they wish for changes. So only Belarusian people gave me all this braveness and all this support for me to move on in this company. Спасибо. Два вопроса еще. Агля. ИТА, ТВ3, Television. Can you tell a little bit more about the night when you came to Lithuania and we saw these two videos, the first two videos, to, where were you when you made these videos, and is it true that you were intimidated? Вы знаете, на данный момент я не готова обсуждать этот вопрос. Спасибо. Reuters. Андрей Ситлас, Reuters. Пока не выглядит, что Лукашенко собирался бы сдаваться. А как вы думаете, его можно отстранить от власти? И поддержали бы вы протестующих, которые бы штурмировали правительственные здания? Я поддерживаю, конечно, всех протестующих. И мы поддерживаем все мирные пути отстаивания своих прав. Право на выборы, право на слово. И вы знаете, что я хочу сказать? Я очень надеюсь, и я верю в то, что руководство услышит свой народ. И так как нам всегда говорилось, что президент любит свою страну и любит свой народ, и то, что он видит сейчас, ясно дает ему понять, что люди хотят перемен. И я очень надеюсь, что здравый смысл преобладает, и народ будет услышан, и они выйдут на диалог
и состоятся те самые новые, прозрачные, честные выборы. Спасибо, дорогие представители прессы. К сожалению, на этом все. Благодарим вас за внимание. Это была первая пресс-конференция Светланы Тихановской в Вильнюсе. Все, мы можем это сделать.